Хочу порекомендовать вам международный интернет-аукцион Violety. Там вы можете купить, продать по выгодной цене старинные вещи. Также рекомендую подписаться на YouTube-канал Violety. Все ссылки в описании. Важную информацию через этот ролик. Не так давно заблокировали прямые трансляции у меня на основном канале. Так что, если кто-то ходил или ходит на стримы, но еще не в курсе этих событий, рекомендую подписаться на второй канал, проект DJ Y. Ссылка на канал под видео, в описании, под видео, в закрепленном комментарии. Так что подписывайтесь на второй канал, прожимайте колокольчик, приходите на стримы. Это кому интересны стримы, песни под гитару. Мы там собираемся теплой дружной компанией, общаемся и поем песни под гитару. Также информация для тех, кто не в курсе, что камера сейчас сломалась, видеокамера, и вот то, что вы видите, это старые видеоролики, но с не вошедшими кадрами, как бы, вот, и это такие, можно сказать, перезаливы, так что надеюсь на понимание, скоро все исправится, скоро на канале появится новая видеокамера, и все восстановится, и вы увидите новые, совершенно свежие фильмы. Надеюсь на понимание и до новых встреч. Приятного просмотра.
Ага, красивая конина-то вообще, классная. Конина красивая, да. Я видел, здесь у этого кожа встречается. Гвоздь кованый, да? Хороший сигнал. Фу, блин, надо за маской идти. Надо не забыть в другой раз маску это взять. Ох, это железо какое-то, круг. Кольцо железное. Все тоже есть. Опять железо. Ух ты, деревянная корыта, смотри какое. Да, я знаю. Фига. О, хороший сигнал тоже. Доски уже пошли. Не понял. Тут уже доски пошли. И сигналит. Опа, тоже конина, смотри. Во, вот так конина выглядит. Не из земли. У тебя точно все это, настройки-то нормально включены? Да. Смотри, веревки, видишь, висят? Белье вешали. Должно быть что-то. Здесь пошурши. О, в сторону это двинь. Есть что-то. Опять поджазики. Не знаю. Да. О, здоровое что-то. Посмотри, что это такое. Жизнечко. О. Так. Упало что-то. Звездячка. Ага. О, пузыречек.
пузырек. Ух ты! С орлом! Ничего себе! Аптека! Ну, главарел! Игорь! Чего? Ну, главарел царский! В смысле? Блин, о, латунный, смотри! Да ладно! Да! Погоди, я, блин, нашел пузырек классный. Ух ты! Какая красота! Это че, чего это такое? Это на шапку вешаю. Аккуратно не сломаем. Какая красота! Вот это находочка! Просто изумительная. Блин, надо почистить. Я тебе говорю, здесь не шуршали никто, видно же, что подложка-то не эта. Вон, пузырьки даже пропустили, ну, не пропустили здесь. Лежат пузырьки, подожди. Может, еще есть. Опа, второй есть. Второй побольше, тоже аптека. Это дом царский. Царский дом, конечно. Царский, вон он, двуглавые орлы. Ай, звонят. Так, проверим вот с этой стороны. Вдруг тоже какое стекло интересное есть. Ну я да, вдруг стекло тоже есть интересное здесь какое-нибудь. Оно было-то в этой? Спрятано? Да, дом старинный, он был здесь. Да, конечно, старинный, есть такие находки. Короночка от самовара. Валялась вот здесь вот в барахле. Это от самовара СССР. Вот как-то так. Чисто как запчасть. Может пойти. Стекла попадают сюда же. Вот она, наверное, блин. Нет. О, стой. Че? А, это не я дал проволок. Ну куда ты пылишь-то? Фу. Слушай. О-о-о! Че, подкова что ли? Да, подкова, блин. Подкова. Да, это подкова была. Стой, там чуть-чуть. Не. Это уже все, фу. Подкова самодельная. Thank you.
Ха-ха-ха. Напёрсток. Напёрсток. О, с дыркой кто-то палец проколол и выкинул его. Вон, а дырочка здесь. Даже две. Видать, кто-то себе палец профигачил. И вместе с мусором сюда его. Да этот, как он, этот, напёрсток. А тут две дырочки в напёрстке. Видать, кто-то палец себе прокинул его вместе с мусором сюда наверх. Классные сундучки. Опа. Красота. Ой, а он что тут, на двух жителей что ли был? Не понял я что-то. О, охотники на привале. Кто-то порвал. Зачем порвали? А, это та же самая. Все, понял. Тут два входа просто в дом было. Печку надо посмотреть. Вот такие куколки тут. Не, тут как бы это самое. На чердак надо, конечно, лезть. Вон там купол внизу лежит, снятый. Сейчас покажу ее так, издалека. Я вижу, да, крыша. Я говорю, что крыша-то... Не видно вам будет, наверное, снегом завалено, но крыша здесь свежий профлист. Ну, я думаю, что, может, и будут реставрировать ее когда-то. А? Да-да, купол на земле, это упал. Сейчас покажу зумом.